Новый пункт вакцинации не такой, как все. На страже здоровья здесь стоят 5 врачей и 2 медсестры. В процедурный кабинет пускают по двое и за день могут привить около 1000 человек. Это первый подобный комплексный пункт на Алтае, который может справиться с таким наплывом. Для населения ничего не меняется, да? Это также запись можно, я думаю, что с понедельника уже будет через госуслуги записаться именно сюда, да, в поликлиниках. Пока 3-й городской больницы и городской поликлиники номер 10 будет выложено расписание, запись на пункт вакцинации в геомаркете. В связи с массовой вакцинацией, введенной главой региона, число тех, кому нужно поставить прививку в первую очередь, выросло в разы. Врачам было сложно справиться с волной желающих и прежде. А сейчас процесс мог и вовсе встать. Поэтому сразу после указа губернатора новый комплекс развернули буквально за 72 часа. Я считаю, что это будет более комфортным, более качественным в отношении пациентов и в отношении работы медицинских работников. Это не будет создавать неопределенные неудобства в работе городских поликлиник. До обеда первого дня здесь уже привили 9. Почти все из них ставили уже второй компонент вакцины «Спутник». Кстати говоря, повторно привиться в этом комплексном пункте можно даже в том случае, если вы ставили первую дозу вакцины в поликлинике или в другом мобильном пункте. Будет без выходных работать, то есть с 10 до 7 также люди могут прийти после работы провакцинироваться. То есть, ну и сейчас, как в поликлиниках уже записывают на август, да, то есть предварительно. То есть здесь у нас, в принципе, нет записи, сколько людей пришло, столько мы провакцинируем. Напомним, в Барнауле теперь открыто 5 центров вакцинации. Почти все находятся в крупных торговых центрах. Этот в геомаркете, а также в Весне, Волне, Галактике и мобильный пункт вакцинации возле автовокзала. Появление других пока не требуется, сообщили в Минздраве. Однако при необходимости в ведомстве могут изменить решение. Маргарита Гартунг, Александр Антропов. День с толком.